Кто сказал? Я сказал. Я с тобой не соглашусь. Почему? Вовчик тебя сейчас кикнет опять, дох. Спокойно. Вовчик именно дропнулся, мне похуй. А кто это такой Вовчик? Это РМ? Нет, это протовар. Ну, слава богу. Протовар? Нет тут Вовчик. Тут его нет. Тут его нет. Да, его нет. Было бы Тохи уже бы не было. А кто вот танк, кроме меня? Кто еще второй танк? Ачела. Это кто? Декета. А, вижу. Так, короче... Сейчас, где ты? Где? Где-то же я тебя видел. Вар, прыгай. Двое вынс не хотят заходить. Вот он прыгает рядом с Костей. Спереди. Чё, танчить уже можно, да? Так, да. Сейчас огляну, кого нет. Ханта и приставь. Один в зангере, другой за инстоп. Рачить. Ебать, я уже как этот, за ханта стою, на ранже рогой стою, стреляю. Привык уже, блядь. Это болезнь, Тоха, это болезнь. Думаю, че не стреляет это, че ничего не это, он не урон, ничего не проходит, смотрю, кинжалы летят. Жало. Прикид. Это уже пиздец. Это клиника, Тоха, это клиника. Да ты хант по жизни. А у вас это гильд рейд или просто пуги? Ну, тут больше бомбов сейчас. Гильдрейд. 5 человек из Биди и все остальные. Те, кто вчера в Геру не попал. Ну закрыли. Вовчик зашел. Блядский провайдер. Я же говорю, что и на эту тебе дропнулся. Заходи, Вовка. Пойдешь, нет? Пойдем. Ханта, он кикой, который в зангре. А не, он летит. Хант летит. Уже не летит. Кстати, летел, а вот прист, который АФКшит за инстом, вот тот того бы, а тот может... Приста бафа нету, хуяво. Зато протовар есть. Кто-нибудь этот, выйдите, Вовчик с ума, кого-то кикнуло вообще он. Да, приста АФК стоит. Приста АФК, вот нам было его и докикать. Баф мог бы, да. А, Тоха, ты хил. Да, я хилю. А чё какой-то бум по хантам, что ли? Я смотрю, хантов 4 штуки прям. Потому что они дамажат. Маги, как и роги. Ну, рогов чё-то смотрю, не дофига. Паров вообще жопа жуй. Где Вова-то, блядь? Ты его вынс взял? Не взял. А Вовчик плюс оно. Он Тоха не видит нихуя. Он тебе написал уже плюсики. Да вот, блядь. Представьте, о, приз пришел. О, пятый. Привет, ребят. Привет. Привет. Я тяну его, блин, Тоха, хорош. Да, он там лежит. А что вы делаете? А все тебе скажи, тоже захочется. Мы грульмаги. РБК? РБК. Вон, пошли. Вовчик, ты прикинь, что Тоха сказал про того. Что? Прикинь, что Тоха сказал про товар. Что-то в Дискорд просто пытался зайти. Про товар топ. Совершенно другая механика игры. Что, Костян, тогда это... Кого-то это... Спекайся в... Ну... Два вара потанчу. У этого, у Вовчика фурик неплохой, чё ты начинаешь-то? Ну давай тогда Вовчик. Я Вовчик сорвёт, умрёт сразу бы. Сорвёт он, ты смотри, хантов сколько, ещё два рога. Сорву полами, я, как наверное. Как он с пятью на полами с меня сорвал. Я это всю жизнь буду припоминать. Вовка, попробуй рыбку. Вон, посмотри, там нет... Рыба другого, стоит уже в самом начале. Рыбку давайте пухаем. А чё я могу фурика тогда, они вдвоём затанчат же? Или чё? Знал. Не, воин фурик будет. Релла решают.
это. Да давай, Вовка, давай, короче, что ты, будешь танчить или дамажить? Что ты? Вообще, давай, да, я и то нормально делаю. Ну я тоже. А ты какая фура? Ром, у меня 252. 259 у меня там. Понял, принял. Ну у меня там воли чешки нету, ну так 10к есть, дамаг. Да у меня тоже нету. Короче, ролл, киньте, кто из вас там проиграет, тот и будет танчить. Понятно, Вовка, ты танчишь. Это... Тоха, Роги нет, вылетел его или чё он там, блядь, меня его... На ФК. Ну да, он не в сети пишет. Диви Пончик. Короче, пойдемте в 24, ебал. Давай, насрать, согласен. Кто кого? Трёх левых беру. Да, ты трех левых забираешь, а Вовка... Я могу с вами. Тоха, этот, Вовчика вместо Вара замени в пати, а, пожалуйста. Да, заменю. В четвертую, там, бля, я уж привык. О, череп, крест, кого херать? Первого бьем крестик. Крестик. Костян, ну ты понял, да? Да. Чтоб я паладинов не видел на первой строчке. Так, а кто там говорил это? Вовчика из той пати в четвертую. Из второй четвертую. О, огонь. Выехали. Че, погнали? Сейчас, подожди, Ирче. Ирче, да? Бля, я тебя фласку проебал. На пул, Вовка. Да, все, Вов, поехали. Сразу не надо. Сейчас 5 секунд проходит, а дать. Первого череп бьет. Ой, крестик первого. Геру, да? Давай, Костян. Забери этот Костян этого, ясновид. Ну там этого шамана нет. Костян, ну что? Тяни там трусы, печеньку, без разницы. А, не притянулось. Бейте там пизду. Стрел. Давайте тогда трусы. Блять, контроль. Сука, это ГП и ЕП ебаная, блядь. По ГП опять не сделал это распределение. Бывает. По приору. Но мы тогда точно выиграли, потому что они вообще не выиграли. Да-да. Эй, ты слышь, бывший паладин. Я не был паладином, был, не буду, никогда не был. Ты давай не срывай там. Костян, стерю мне. Должен 275-й хан дамажить, так мало. Да пофиг на груле, да, что-то. Вон грудь. Нормально дамажить, у нас... 16. 17-200 пока. 17 пока. А, да, точно, согласен. 17-100, 400, все. Я полный отчет стоял. Фу, одетый. Он 275. Так я вижу. Заебись!
Все, да? Все, можно расход устраивать. Все, ребят, я пошел, мне хватит. Ты вообще конь. Да пойдемте дальше. Не, ну ты индеец, я балую. Бом-бом-бом. Бом-бом-бом. Ты дремался за этой погоды. Оп. Что сегодня, обычка или гер? 25. Обычка. Нет, это водка. Да. Нам там уже пуги место забили. Мы с 25-ки что ли? Да. 25-ку хэм. С кем в тот раз ходили? Понятно, что с ними пойдем еще. Вот который это. Курунден, понятно, он точно хотел. Да что, ребята нормальные были, хули нет. Нормально. Их много было там, по-моему, трое или четверо, да? Четверо человек было. Три человека было. Прист? Да, три. ДК? Вар, ДК, Рога и Вар, по-моему. Нет, нет. Прист, Прист, Друль. Прист, Друль, ДК и Рога. А, ну значит... Нет, четверо их было точно, точно четверо. Рога, Прист были 100%. ДЦ, Дерево, Прист. Вот был ДК, что это было ДК. Пятеро, значит, два ДК. Два ДК, Пристер, Друйер. Как раз, это, как говорится, это, интернационалисты. Один из Джоков был, я знаю, один, кстати... С претендов был. Претендов был. Приз был. А, сними с меня, я не хочу. Воюм. Сэм, где твоя лута? Точно. Он вообще просто кола не выпил. Чтоб лужу разливать. Я что-то не вкачан на лужу. О, Кась, пиздец. Т4 лужа типа агрит, я не вкачан на лужу, как? Печаль. А чё она там агрит, трэш ППГ только? Ну, хоть что-то, чем не пас агрит, толком у БКТ нет. Если б... Фрасте были бы эти... Ты, блять, не распределено нормально. Это бета-версия. Т4 на ДК, это только кару танчить. Там mm-hmm. прожимка может где-то. Почему только кару? 25 гер, знаешь, как спасает хорошо? Кстати, не помню, что там прожимка-то дает. Она дает всем незыблемость льда. 15% дефа всем. Всем. Да где-то так, у вара 15 это мало. Нормально, хватит. Да. Вара 30. Дайте лирику МП5 и погнали. Да, Костян. Ты понял? Айчи должна давать. Айчи. А, это девушка еще. Да. Все, я пуляю. Там еще фул рыбак просто. А, блядь, опять об банку просрал, блядь. Все, пуляю. Вовчик, ты будешь дать? Да, Вовчик. Стян, 5 секунд, 5 секунд. Стян, еб... Ну, Костян, еб... Я... Кому ты да? На тебе висит истерия. У меня что, бафов стоп, что я не вижу? Да, на тебе висит истерия. Еще бот 16 секунд. А вот теперь... Ты ж бафов был. Их просто, блин, ну 15 строчек бафов надо сделать, или... Делать их длиннее. То они в натуре всегда иногда бывают, блядь. Маговского бафа нет. Зашли. Половина магов. Да. Помогите! Даже никто не упал. Это удивительно. Это как-то странно. Что? Все больше Роги 273-го дают. Рога просто пятка играет и не... Куда не торопит. Бывает. Автоатака забагалась, скорее всего. На 12-м месте 8300. Что куда у автоатака? Да нет, идет вроде 137 автоатаку.
смотрите. Может просто лол, кто знает. И ханта это динпут. Ну ханта он стабильно 17 стан нахуй. Не, это мне досягаем. Одеться как он. 270, он фулл гер походу делал. У него и чешка. Не, ну солнце побольше как раз стало, значит. Я сейчас почти Вовчика догнал, у него на пулю. Думал, что кто-то нахуливает на меня. Пока нет. А хант может и на пулю такого, который 80. Сейчас сдохну. Прося. Ты же рок, ты сдох. Не, не сдох. Потому что Костян отдал, да? Массу. Нет, пока не дал. Это моя. У меня откатилась стерея. Давай, пока, пока. Сейчас, пока, сейчас. Пока, пока, пока. Пока. Пока, да. Чё себе дали как? Ну, типа у нас только она откадешилась. А, да ладно. А ну. Да. Паладин 16, ебай. Он тоже один. 270. Он смотрит. Думаешь, люфт столько не даст? В груля-то. Да, да. Я 12 даю своим паладином. Походу у меня рекаун сломался, у меня таких цифр даже нету. Занижены. Каких цифр нет? Успокойся, да. Где мои штаны, Андрик? А вот штанишки я паролю. Эти порт. Надо на медведя. Ой, да, Тоха, еще танец не будет. Да, конечно, буду. Тоха, это что? Это что? Ну, это ровно. Я это не понял. Я тебе, знаешь, я тебе потом скажу кое-что насчет вот этого. Тебе что, зря отдали? Ты, наверное, хотел сказать вот это, да? Блядь, где оно? Вот этого. Где Тоха? Да не, нихуя не работают, вообще. Ты потом смотришь. Да я почему ты плачешь? Они порукают раз в столе. На 200 из воды за... Раз в 100 лет, вот когда мы на груле гер. Ни разу не прокнул, вообще не. Кто, кто, кто? Чё ты? Чё ты, Алдора, что ли? Ну да, геровский. Потому блин. Что мало кастуешь. Мысли мало кастуешь, блин. Там у них внутренняя КД 60 секунд. В целкашке я с обычными ходил, я нон-стопом, я тебе говорю, я хилю нон-стоп. Меня прокает по несколько раз. Это, конечно, лучше, чем пара с Аниксей-3. Тоже такой же прок. Говно, бегу, меня Лис вчера этим огорчил, блядь. То, что они очень хуёво работают. Очень охуеть, как очень. Я тебе говорю, у него внутренняя 60, если он превышает 60, то пиздец, это значит они не работают. Ну вот, а уже хомушка могла бы 200 СПД лишь. Она сказала то, что говорит, если, ну, она. Мы с Лизём сидели втроем, короче, я хомушка и Лис. Она говорит, я так огорчилась. И нахуй они мне не нужны. Мы сидели. У нас это один СПД не нужен. Ливнул один чувак. Вон где там отошел. Отошел.
Он отошел? Он отошел. Наверное, отошел. Может, он с нами хочет, внизу сидит. Не-не, я тут. Магика пойдет. А бычка? Да. Просто бычка. Гера, давайте. Ты его линкани, напиши еще раз, unroll. Крикни, а не линкани просто. Да, в крик. Погоди, давай этого Алешу суманем. Алеша. Блядь, ну, наверное, сегодня целка-то всю закроем сразу ходом, да? Хотелось бы. Потому что, блядь, я тоже так думаю. Потому что Гера как бы Гера, но надо нормал-то ходом закрывать полностью, нормально. Кто там пати просил в гильдии? Отошел. Отошел. Отошел от Валиакс, понял? Ребаф бы надо, а? Ребаф. А, и еще один ливнул кто-то. Нет. Вон, еще говядина опять. И еще один. Похуй, пошли так. Похуй, пошли так, хули, на сон. Хант есть, Пал есть, я не хули. Еще кто-то вылез. А в Каражане Голован, так а кому нужно? Тебе, Тох? Нет, мне голова у меня есть, мне руки нужны. Мне нужна. Так, давайте это, кто там на это, присумуньте, пожалуйста. На Кубу не пойду, отвали. Сами ты. Так, Ленью этот Каражан. Это три... Когда в Геру закроем Каражан, блядь, ёпта, по квесту? Да я внутри. Давайте в воскресенье. Как сказал Вася, в любой момент. Блядь, заебись, что любой момент. Надо в этот момент, чтобы я был в игре. Да, мне тоже надо как-то Каражан Гер заплатить. Ох, а если чё, это, блядь, когда у меня выходные? Воскресенье... Так, воскресенье, понедельник работаю, вторник, среда, короче, у меня выходные. Чисто вот можно сидеть и... Там ребята заряжены. Блять, я... Как сказать? Ну я точно иначе не пойду. Да там сейчас урезали его вообще до безумия. Че народу поливало так дохуя? Да похуй, тут 20 человек его закрыть можно, в принципе. Порезали Геру? Порезали. Поехали в воскресенье. Воскресенье когда? Можно воскресенье? Я с вами. Воскресенье пусть идти нужно. Давайте я соберу, ну... Надо, чтобы я тоже в игре был там. Не уйдите без. Блин, я в воскресенье уеду. В Магадан. Да. И в Колымон. Еду. Погнали, короче, там уже никого больше нет. Там какой-то Муша Про есть еще в Долоране. Присумуньте, дорога. Move, а про. Вовчик на босса в этот аспект не обязательно. Кто у меня папа-анхолик? Вы его суманули, Рогу этого? Да. Он вроде не в Долоране. Шатрать. Давай, короче, хотям пуля, я пойду других привезу. Да, он шатратен. Но они еще долетят, я думаю. Не сейчас. Сука, ну если сейчас дракон упадет, будет вообще пиздец. Анролим на... Анролл. Обосрался. Говен. На виверн не летаю внизу. Блин, виверн на пиздата вообще. Надо этого идти фармить. Аллах. Это Аллах. Он самый быстрый. Погнали. Вот. Собираем. 410 летает. Самый. 410? Да. Что такое? Пепел Алара, сока. Сока, скелет. А, костяной дракон такой, да? Нет, феникс. Мы за 2 часа кару пронесем. Ну, надеюсь. Феникс, волк. Стоп, еще раз. 410, не 310. 380 это обычно. Даже нет, 208. 410, 208. Да. 310 он летает.
400. Не может там 410 летать. Я тоже думаю, что 400. Я 310 услышал, а 410 нет. Единственное, он столько летал, блядь, на личе, нахуй. Потом его зарезали под... Да-да-да. Может он 410 летать вообще. Может. Так разработали, ну, да, думали, не есть. Имба была бы вообще писец там. Как бы он 1% падает, ну как бы так. Не, если сделали, если прописали на этом серверке конкретно, если он у кого-то есть, и как бы есть доказательства, то может и может. Сервера. Так и сомневаюсь. Близы так сделают, я тебе говорю. Не знаю, Proof Studio. Proof Studio. Кубики видос есть. Старые маунты, которые были не за них. Как... Ну, короче, как-то так, топ там маунт пизда. Давайте, ребят, кто, ну это, пожмай там, кто в этом, дискорде, ну его нахуй. Я пас, я дамажик. Ой, я постою, пусть. Единственный маунт, который на лече был, мы все зарезали, нахуй, потому что вышел катаклизм, 380 скорость такая. Тут самая пиздата, это с РБК, курица падает, у нее 415 скорость. Но у нее шанс выпадения 1%. Какая курица, подожди. В РБК сети в залах там есть эта курица. Она не летает. Она летает. Она не летает, Тоха, он у меня его недавно выбил. Нихуя он не летает. Это еще был этот? Владыка Воронов. Это пешеходный маунт, каких нахуй 400. Он пешком бегает. Он пешком только бегает. Так, ну что, я в ДДшку спекаю. Ну сейчас после трэш. Пан-лан, давай, помогу тебе. Вставляй там, кого там, куда. Дай мне вот этот уворот, который. Уворот за ворот. Черепок мне поставь сюда, пожалуйста. Давай я луну возьму. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. И ставь на людей тоже метки, какие там будут стоять. Реву, сливай. Нет, нет. Пошел в жопу! Вот именно. Так, Лирик, на тебя череп. Да, да. Так, ты Вова Луну, да, заберешь? Да, 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 давай возьму. Да, Сань, тут, наверное... Так, я крестик заберу. Накса, трусы поставь. Идите нахер, я дамажу. И что? Ничего. Тут нахер жмак твой не нужен, бля. Главное кубы жмакать. Не хочу, вот пускай жмакают тех, кто носу ковыряет. Ты вы в десятером на это, на мамике? Да. Да. Десятером. Я никогда их не нажимал, кстати. Нахер не было. Я тоже. Я первый раз, когда стал, я рейд вайпл. Когда голый был, тогда меня ставил мейтрейд. А я вообще ни разу. Ни единого. Макс наорал. Говорит, вагон, иди тыкать, а чё тыкать, это тыкать по команде, заебись. И чё, был вайп? Так, мне нужен один на это, на трусы. Вон, обои, вар, вар, нет, у нас не фу. Но мы тебя не возьмём. Если бы я пораньше пришел, на груля бы успел. Выйдите, а, вот он танк. Где? Вот этот крестик, он не завис, нет, что он на месте лежит. Да-да-да. Я танка не могу выделить, да. Крест, походу, отвалился. А вот у нее есть чеш. На хастука. Че? Бля, хуй. А мне бы не отдал. На паладин потом. Зачем она нахулипала? Потому что хаста. Прок нахуй никому не нужен. Только статы. Ну прок можно активировать, если шоком ударить по мобу. Это бонус. Главное. Саватоп. Кто ей отдал вообще? Не насосала, а подарили. У них там, там один правильно, ЕПК. Типа ролишь, что хочешь, можешь у танка клык заролить, да? Скорее всего, приор. Да-да-да, в школе расскажешь, Дрю.
Да это шляпа. Вон, шаман хочет. Не, ну, Дрилус, если никого не будет, наверное, как в ночлежку, если я отдам. Если никого нету, я отдам, конечно, если никого нету, да, а если у меня вредит кастеров 10 штук, которым чешка это нужна, я никогда паладину не отдам под чешку. Сколько мы ходим? В раз 25, а будет. Чё, ну нам уже мини-чешка вообще никому не нужна, но... Нам выпало 2 РДДшни. Неправда, мне нужна. 2 РДДшни. Две разрешенные чешки, но там, конечно, ее будет все хотеть. Не, ну если повыбивали, конечно, понятно, там... Да не падай. Чё, проверку год двинули? А с РПП мне разве что кружку, наверное. Чешка нафиг не стал. Я бы тебе сказал... Дроид-то где хилить будет вас? Чешку. Геровскую. А тут только один нужен хил, по сути. Ну ладно. Блин, ну, надеюсь... Я думаю, сейчас ты выхилишь, нет? Два, ну, 3 хила. Все, начинайте, в принципе. Поехали, короче. Давай на солян. Брым-бым-бым-бым. Помогите! За лупу, пусть пиздит. Джир, две... Опа-на. Зависли, что ли? Нет. А это за шум. Райчи вернулась. Боже, дай. Блять, лагает. Все, 3 секунды. Ну, а, ну оно... Дома гроза. Кроманта валить. Танка спеху. Спеху. Есть на ДК. Нету паладина на. Нету паладина, а ДД хил. И что бы ты. Че, вылет? Нет. Чувак. Надо посмотреть, в этом в танка спеке будет прокать 2 ты. Ретриковска. Нет, не будет, потому что буря, блять. Ты че? Скилла нет. Костян, ну скилла нету. Как она будет прокать, если у тебя скилла нету, от которого она прокать? Что за бред? Мало ли. Вот, чё тут стоишь? Иди на трусы. Все прото бегут. Ну я так, на всякий, то ты тут стоишь, чё-то мне как-то это... Не по себе. Конечку, я знаю. А, у меня Костян, ты здесь? Есть. О, Костян, ты ворка переделался? Нихуя себе. Что значит переделался? Я изначально орком. Ты же был эльфом. Нет. Во. А, это просто мы нам... Ты был хуман. Вы сын хуман. Под кубы, Костян, под кубы. У меня никогда не было эльф. Ты чё говоришь? Да-да-да. Под кубы. Это не корова, а порка, наверное. После откидывания на кубики подходите. Там смотри, не все ж вроде здесь. На кубах. Геру. Костян. Да, сейчас дам Геру. Нигер. Тогда уж на следующие. Я уже дал стиль уже. Да ладно. Прокнуло не. Ветер не ебанул 45. Это стиль не об, не об. А тут на кубах он потом хуярит же.
Костян. На пупы подойди, ты встаньте. Что ты хотел? Гамбит или Альянс? Что? То, что я не смотрю за просценой, скорее всего. Пусть от тебя или он будет. Гамбит СНГ. И что? Да так. Прожали, прожали. Крест. Ну крест. Напишите в чат, чтоб Киру дали. А то тут нет шамана. Костян, бля. Пиздец. Чё, смеяться? Нет. А ДПС топнуть не мог. Какой Акс, он такой. Я топ другой, какой там ДПС нет. Сам ещё Вовчик, что ли? Да. Только пизда ничего не будет. Ну чё, Вовчик, это какой-то крутой, да, чувак? Да, крутой офицер в гильдии. Этого достаточно. Чё там, Вовчик убрал таунт из ротации? Нет. Кубы, какой баг убирает таунт из ротации? Я сделал дабл килл, не знаю как. Не знаю. Приготовьте, сейчас скоро каст будет. Если ты умирали кубы, то это всё. Мне ГП дают? Да. Нет. Давай, Вовчик, зачисли. Вот пиздец, рву на лабра. Шаман, крест, крест замените, он в этом упал. На крест кто-нибудь быстрее. Не, он встал. Там добьют, там уже. 10 секунд, у вас еще 25 секунд есть, чтобы убить прием. Да убьем сейчас. Я лучше на кубе постою ради безопасности. Отвалвай. Через 20 секунд. Все, будем. Сука. Дракон. А, дракон, блядь! Да ладно! Чё, серьёзно? Блин, чё я с вами не пошёл? Сейчас топ-ролл пойдёт. Хорошо, что не добирали народ. Так. Сумка. Ролим сумку. Так, сумка, кто сумка? А где роллы за сумку? Это вообще для бичей каких. Где сумка, насрач? Сотки роллы. Где сумка? Говорит, её просто нету. Исчезла. Вот это с самоцветами, да? Самоцветами она уже это. Она же мру была. Поднимай свою жопу, рогастую. 1.80 закинул. Спасибо. Блин, дракон. Сейчас, подожди, я настроился. Богу ролла, молимся. Вовчик, паролишь торсик? Нахуй мне не нужен. Тоха, давай. Мне нужен. Готов. Соболезную. Ёб. Да почему? А, блин, да, не то ты ролил. Да ну, пшиии. Что там такое? Тебе кто-то меня переролил на 2. Дракона последним ролить. Заряженные роллы, пароли. Сотку я держу, я специально. Я тоже держу сотку. Я тоже палец в одном месте держу сейчас. Я с бубном вокруг ящика попрыгал, покурил, побрился на прибывающую луну, короче. Голова. Нормально, нормально. Я ролл зарядил, да, голову? Нормально. Это система не пили, нормально. Ну ты уже хотел. Да, я уже хотел.
отлично. Тоха, я молодец. Почти, почти выиграл. Тихо, я готов. И... Соточка, сейчас соточка, соточка, где моя соточка? Сотка. Почему 64, блядь? Почему 5, блядь? Полотенчик отошел, перерол. О, щет, давай, я должен выиграть. Сотка. Вот отошел, красава. Так все, он уже переролил. Он сотку кинул. Я сотку кинул второй раз. Сотку кинет и все, и что? Ну все. Изи. Тамам, тамам. Ну он ты ж как по-братски это, роль дашь, да? Хотя бы на гильде. Давай на гильде пароли. Ну как мне забрать-то? Это кидалово. Это кидалово. Не тому отдал. Ты не тому отдал. Не тому. Не тому отошел. Я Хокаге, ёбаный рот. Пиздец. Костян, ты пиздец. Ой, Костян, это, Тоха, ты пиздец. Взял, ты кому? Он сейчас улетит. Ты магу дал. Я отошел назад. Я Хокаге ты отдал. Лошара. Все, отошел ты это. Тебя, короче, кинули. Подождите, да. Эх, ядрен батон. Живу, заходи за шамана, нужно роль магии закрыть, да? Да ну, только что закрыл. Он мне его вроде еще не отдал. Ничего, нет? А, сейчас, подождите, он мне его, походу, сейчас через обмен даст, да. Он мне его отдал. Вот иконю я бы закрыл. Пошли иконю. Ну, давайте иконю. Я вам, может быть, соло похи. Шли в гаражан, алло. Да, пошлите. Да, давайте в обычку, да, я пойду на вас. Это, вызови дракона этого, у меня жена хочет посмотреть на этого дракона. Погнали тогда на выход. Кто свалил? Вот так уж. А? Отошел. Тоха сролил. Отошел. Отошел сролил. Я сролил, да. Пошлите буром закроем, а? Вот бы я так ролил Т4. Давайте тогда, короче, иконя быстро закрываем в гаража на нее. А иконю десятку выпадет или что? Ну.